Прямо сейчас я нахожусь на аккаунте агро-стримерши Анетки. И знаете, что сегодня будет? Прямо сегодня, ребятки, я ее забаню прямо у нее на стриме. Но перед этим мы немножко ее потроллим. Поэтому, братва, прямо сначала данного ролика прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Сколько комментариев напишите, сколько голдишечки я вам подарю. Ну что же, а мы перемещаемся на стрим Анетки. Ну что же, ребятки, и вот она, наша стримерша. Посмотрите, что там считает, что-то рассказывает. А, она, походу, просит голдишку подписчика. Давайте послушаем, что она говорит. У меня в друзьях, поэтому за 650 голды так, стоит, так, чтобы попасть что стоит? Ко мне в друзьяшки. Нищий, пожалуйста, за 5 голды нет, я не принимаю. Ты нищеброд! Она сказала нищеброд! То есть у чела нет денег, она сказала нищеброд. Ох, сегодня, ребята, она за это поплатится. Кстати, да, по секрету, мне не надо особо громко кричать, потому что это агростримерша, это моя девушка. И она находится в соседней комнате. Давайте еще раз послушаем, что она говорит, и подарок ей на каунт. Богатых, жду богатых. А сколько она пишет? Ждет богатых, да она уже забыла про меня, про своего парня. Ща мы, ребятки, ей все напомним. Дорогулечки, ты моя. Так, все, братва, захожу к ней на аккаунт. Чтобы понимали, когда я захожу, ее выбивает из аккаунта. Давайте я сделаю первый раз ник Анетка Бомжетка. Она же голду всех просит, вот Анетка Бомжетка. Все, ник сохранился, и меня аватарочку. Не, вот так, меня аватарочку. Все, найсик, найсик, найсик. И выхожу с ее аккаунта. Для начала, я думаю, хватит. Давайте посмотрим, какая там у нее реакция, как вы думаете? Пожалуйста, помойка лагает. Ну, я не удивлена, что помойка лагает. Она думает, что это лаги. Помойка. Прикиньте, она наш с вами любимый стендов называет помойкой. За это, братва, можно и вырубить с локтя, правильно? Надеюсь, что у меня кто-то скин купил. Я купил! Сейчас проверю, мои хорошие, сейчас проверю. Ага, давайте посмотрим, сейчас братва, она увидит ник и будет в шоке. Смотрите на выражение лица, смотрите, ну ждет, ждет, королева, королева танцпола. Блин, у нее что-то, походу, компьютер такой слабый, смотри, как она долго загружается. Загружайся, пожалуйста. Сейчас будет смешно, если она вылетит в итоге. О, зашла, смотрите ник, смотрите ник. Анетка, бомжетка! Дона до мной шутит! Анетка. И смотрите, аватарка челик плачет. Бомжетка, я бомжетка. Слышишь ты, нищий. Если у тебя меньше 10 тысяч голды, ты нищий, понятно. Не надо, пожалуйста, надо. Я взломал, да вот себя взломай. Слушай, а мне же интересно, сколько голдишки у нее на балансе. Давайте просто просмотрим. Она говорит, все, у кого меньше 10 тысяч, они нищие. А как вы думаете, сколько голдишки у нее самой на аккаунте? Анетка, смотрите, что она делает. Анетка, конфетка. Ну да, покажи свой баланс. А у нее, смотрите, у нее 10 тысяч 14. То есть, если я продам 15 голды, она будет по ее же логике нищей, да? Ну, ребят, ну я думаю, как будто можно заходить второй раз. Вы как думаете? Вот я как будто думаю, как будто надо заходить. Залетаем на аккаунт нашей Анетки. Так, все, ее выбивает, ее выбивает, ее выбивает. Все, я захожу на аккаунт, ее выбивает. А давайте послушаем, какая у нее реакция. Она поняла, что я взламываю или нет? А ну-ка, что она говорит? Не зли Анетку. Это я еще не злая. Вот это нагрится. Что такое? Сейчас, ребят, блин. Прикиньте, а я снижу, брат, вы видите, как нагрится. О, найс, она перезаходит. Никто не может взломать, понимаешь? Все, найс, найс, найс. Пока она вышла с аккаунта, я захожу на аккаунт. И сейчас, ребятки, первым делом меняем ник. Анетка нищая. Она же всех обзывала нищебродами. А теперь пусть она сама побудет нищей. Так, у нее, видите, она говорила всех, у кого меньше 10к, те нищие. Поэтому, братва, мы сейчас ей инвентарь немножко подправим. Рарки. Давайте какие-то рарки такие. Начнем с дешевых рарок. О, рарка фрагменты. Вот так, беру. Так, ага. Оп, и покупаю, ребят, 99. Штучек. Идеально! Так, ох, смотрите, у нее сейчас будет на аккаунте меньше 10к. И давайте, чтобы вот прям наверняка, давайте я куплю просто какие-то рандомные арканы на ее аккаунте. Вот просто, вот что вижу, то покупаю. Вот, например, вот эту. Стикер-бомб. Обалденный авик. Покупаю. И выходим с ее аккаунта и погнали смотреть ее реакцию. Перезахожу, ребят, перезахожу. Ну, это стендов. Я перезахожу в этот помойный стендов! У меня 10 тысяч голды, я не нищая! Че все пишет, что я не нищая? Это вы нищие! Это вы нищие! Она еще обзывается нищими? Ой, братва! Прямо сегодня она получит по заслугам! Поверьте вы мне!
Идеально, гениально. Посмотрите, да, как она чествешно это говорит. Я богатая. Я богатая стендоферша, здесь ты. Смотрите, о, она спалила. Чтобы знал! Завистники, вы завидуете мне! Завидуете! Вот это был ультразвук, я же сам в шоке был! 9600 голды! Блин, братан, если честно, мне ж как немножко жалко стало! Она как будто подрастроилась, но нечего было обзывать! Что те, у кого меньше 10к, те нищие! Вообще-то, у меня тоже меньше 10к! Да-да-да! Ой-ой-ой, посмотрите, какая же она злая, какая злая! А чё она говорит? Нищий ты! Ты позавидовал мне, потому что у меня 10 тысяч голды, а тебе никогда не светит, когда это остановится! О, смотрите, осталось 3 фрагмента. Ничего. Я сейчас все по-умному сделаю, я по брейну сейчас все сделаю, у меня все-таки 200 IQ. Ого! Окей, смотри. Да, у кого меньше 10 тысяч голды, да, вы нищие. Так да, у тебя же меньше 10к. Вы нищие, поэтому что я делаю, я очень по-хитрому делаю. Смотрите. Так этот овощ хейтер ничего не купил? Блин, сколько у меня? Что? Спалил. Ты кто такой? Ты куда мои скины продаешь, а? Ну что, браток, как будто настало время заходить к ней на аккаунт снова. Так сказать, немножко похулиганить. Смотри, она там что-то продает ножи. А, она продает ножи, чтобы у нее было больше 10к на балансе. Посмотрите. Ой, Анетка, у меня для тебя плохие новости. Да, посмотрите. У меня 10 тысяч голды, я не нищая. О, я выпил. Ты что? Пароль меняю срочно! Так, братан, пока она не поменяла пароль, заходим на ее консоль. Все, она меняет пароль. У нас есть немножечко свободного времени. Так, Анетка, давайте напишу. Продаю арканочки. Ну и прямо сейчас, ребята, я рандомным образом просто захожу. Вот так вот, в инвентарь, и будем что-то продать. Вот, Юнпель 45 Биста трек, он стоит 700 голдишки. Я его продам за 200. Это минус 500 голдишки. Так, пацаны, что ж мы еще продадим? Давайте я попродаю ее граффити. О, это граффити 160 голдишки. Я его продам за 50 голдишечки. Обалдеть. Просто продаю весь ее инвентарь. Так, вот этот Desert Illuminator стоит 87. И, конечно же, выставляю за 003. За 003 раз. За 003 два. Хорошо, так как? Давайте граффити очень почмаки попродаем. Блин, ну продайте граффити дешевые, но тем не менее, давайте мы, ребята, продаем. Я хочу продавать. И знаете, что я люблю продавать? Вот именно арканы. Вот не знаю, как вы, но я прям обожаю продавать арканы. Ох, дорогулечка ты моя, за 003 продаю все. А чтоб знала, как попрошайничать и как обзывать нищими, да? Ну и теперь, давайте, чтобы она сильно не расслаблялась, я прям сейчас куплю, ну, еще, так сказать, 50 рарок фрагментов. А почему бы и нет? Давайте продадим. Вот так вот все. И прямо сейчас смотрим на реакцию этой агростримерши. Все, погнали к ней на стрим. Хватит ржать! Еще пишу. Я в полицию позвоню, понятно, если он сделает с моим что-то аккаунтом? В полицию? Я в полицию звоню, вам ясно? Мама дорогая! Это незаконно! Я в тюрьму не хочу, братва! Если хоть одна голдишка пропадет на моем аккаунте... Интересно, не одна, где-то 1000 так, или полторы. Ой, братва. А прикиньте, она реально позвонит полицию, и полиция просто... Раз. И просто не будет кем-то ПК. Заходи. Давай. Да давай уже, давай! Давай, заходи! Как же недолго загружается. О, смотри, продаю арканочки. Опа! Ты кто такой, чтобы продавать мои арканочки? Ничего не знаю.
Что это на тигр? Мама, ты тупой хейтер, ты завистливый! Я надеюсь, ты в лес выйдешь прогуляться, и тебя волки съедят! Ты кто такой? Ты кто такой, сука? Кто бы это сделал? Фух, 10 тысяч голды. Ладно, может он порофлил? Может он порофлил? Ох, ща будет плохо. Может он пор... Слышу. Вот это плюха. Вы видели? А представьте, на месте этого кресла мог быть я. Полиция, звоню! Тебя в тюрьму посадят! Эй, я слишком молодой! У меня жена и трое детей! Не надо! Все, я тебя предупредила, я звоню в полицию. Нет. В полицию. Братва. Так, набираю. Она звонит, реально потом звонит. Алло, посадите, пожалуйста, этого овоща в тюрьму. И кормите его грязными носками. Хорошо? Еще раз позвонишь, я тебе ебаник набью. В смысле? Полиция сказала, что я нищая! Все куплено! Ты хейтер, собака, ты! Ладно, давай договариваться, ладно. Давай договариваться, давай! Давай договариваться! Давай! Я погорячилась! Я на самом деле, это все контент, я пошутила! Тех, у кого нету 10 тысяч голды, вы не нищие! Вы бомжи! Бро, ну как будто надо заходить еще раз на ее аккаунт. Вот нет такого ощущения? Вот как будто надо еще раз... Вот я думал, она усвоила урок. Нет, она опять продолжает обзываться. Вот опять. Поэтому, братва, прямо сейчас в очередной раз я захожу на аккаунт этой... Богачки. Ну а теперь, знаете, что я сделаю? Давайте я напишу ник. Проверь инвентарь. И прямо сейчас буду очень жестко, потому что я все ее самые дорогие скины, типа Кэр, ТХ, Сатрек и так далее, просто запрячу на рынок, чтобы она их не увидела и подумала, как будто я их продал. Ох, ребята, вот это будет очень-очень жестко. Просто все ее дорогие скины прячу. Вот смотрите, ее керамбит Драгон Лейсик тоже прячу на рыночек. Вот так, оп. Найс. Так, что у нее еще есть такой супер дорогой? М16 Винджет. Давайте тоже его запрячу на рыночке. Так, что там у нее еще есть? У нее еще есть АКР-12 Рейлган. Притом статрек! Ого-го-го-го-го-го-го. Выставляем на рыночек. Блин, слушай, мне нравятся эти троллинги, но мне единственный минус, мне очень страшно потом будет ей сказать, что это троллинг, потому что мне кажется, когда она узнает, что это был я, она, мягко говоря, будет не в настроении. Примерно так недельки, так две, а то и три. Это будет прям очень-очень жестко. Все, братва, все выставляю. Все на рыночек. Найсик. Ну, как будто все. Написал проверь инвентарь. И давайте вот такой вот прям грустную аватарочку поставлю. И выхожу с ее аккаунта. Погнали заходить к ней на стрим. Смотрите, что она делает. Она пытается пароль поменять при помощи чата GPT. Преследовать или пытаться взломать его аккаунт незаконно, лучше доверьте службе поддержки и безопасности игры. А, она спросила чата GPT, что делать, если мой аккаунт ломанули. Меня послали! А это законно, что он меня взламывает? Я кенту все расскажу, понятно? Ты знаешь, что у меня кента ПК? Ты знаешь вообще, кто? Она говорит, я кенту расскажу. Кенту. Ты знаешь, кто он? Да, он тот самый человек, который тебя троллит. Так, ну что, моя маленькая малышечка, ты моя! Все красные, ребят. Анетка, скорую вызвать! Себе вызови скорую! Так, инвентарь проверь. Ой, ребята, посмотрите. Она начинает... Ой-ой-ой. Только не говорите, что она плачет. Я не помню, она злится или плачет. Ох, блин. Посмотрите, как она агрится, как она злится. Что это за аватарка грустная? Сейчас я буду очень грустно. Запоминай твое состояние, когда попадешь в детдом. А ты обязательно попадешь. Инвентарь. Давай, ты заходи уже в инвентарь, уже свой несчастный. Давай, моя маленькая. Украл. Стоп. Посмотрите, она просто в шоке. Я не понимаю, откуда у него... Скинов, а зачем ей так много рарок? Посмотри, она даже не может найти свой инвентарь, потому что слишком много рарок. Вот это лар. Смотрите на инвентарь, у него тут просто миллиард скинов. Давай. Ой, даже скинов лагает у нее. Обалдеть. Страшно. Блин, что за ропл? А че у нее так много всяких скинов? Моя КРТХ где? Ой. Где моя КРТХ? Алима, твой КРТХ. Где моя КРТХ, где мое все?
Я слышу, она там что орется, стучит, злится, обалдеть. Где мой Ориджин? Где вообще? Где? А, моя карта Кайзи! Моя карта Кайзи! Верни моя карта Кайзи! Верни моя карта Кайзи! Сладенький мой, пожалуйста, верни! Извини! Извини! Будто пранк заходит слишком далеко. Так, мужики, я говорю, сейчас уже, ну, как будто уже даже немножко не смешно. Давайте мы сейчас дадим ей что-то лайтовое какое-то задание. Все, быстрее, быстрее, захожу к ней на аккаунт. Давайте так, я прям сейчас куплю ей, буквально, ну, давайте еще 4 кастика, и напишу. Выбей аркану, напишу. Выбей аркану, дам шанс. Блин, не влезает, тогда напишу, выб арк. Дам шанс. О, имба. Все. Теперь погнали к ней на стрим. Что там делает? Она опять вышла. Да блин, она надоела. Короче, самое смешное то, что она не умеет менять пароль. И она просто не знает, что делать. Так, ну что ж, давайте дождемся, чтобы она зашла на аккаунт и посмотрим на ее реакцию. Давай, давай, добей меня. Не-не-не, я не такой, Анетка. Добей меня. Ребят, давайте все напишем. Мне как-то уже жалко стало хэштег. Анетка, ты топ. Добивай, добивай! Я видишь, я уже красная, вся горю! Анетка, у тебя очко горит. У тебя нормально вообще с головкой? Я нормально, себя потуши! Желаю каждому хейтеру, чтобы его взломали. Ой. Ну что, давай, моя маленькая, давай, заходи на аккаунт. Давай, 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 давай. Как же долго у нас заходит на аккаунт, братва? О, 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 смотрите, смотрите. Выбрей, о. Выбрей. Выбери аркану! Выбери! Отдыхай его, давай, выбери! Выбери аркану, дам шанс! Давай! И заходи в инвентарь! Заходи в инвентарь! Заходи! Открываю! Это шанс! И он все вернет! Он пообещал! Он все вернет! Первая аркана! Разработчик, пожалуйста, ты на моей стороне! Ты на моей стороне! Рарочка, Рарочка, жалко, маленько, жалко. Мне нужна аркана, мне нужна аркана. 4 казика, 4 фейбла, 4 фейбла, 4 фейбла. Пошла жара по трубам, как говорится. Вот это было близко, прям вот прям вот сколько. Скамили, обманули, обманули. Еще, еще, еще 2 попытки. 2 попытки. А еще 2, у нее 4. Анетка под веркой. Что она делает? Аркана, аркана, аркана. Ох, вы видели? Вот прям аркана, вот как будто сейчас может реально упасть. Вы видели? Вот прям сколько не хватает до арканы. А что она делает? Она носки нюхает? Не-не, я думал, она носки сдохнула. Последний раз, последний шанс, последний. А что последний? А что последний? Знаешь что? Если мне выпадет рарка, я все равно требую, чтобы ты вернул мой же аккаунт. Понятно? Или я засуну то, что мне выпадет, тебе в одно место. Ничего себе, то есть ты еще решила вот такие вот вещи говорить? Сегодня я засуну. Твою очеча, М4 Лизард, верни мой аккаунт! Вот это, ребята, она злая. Анетку в психушку, себя засунь. Это подписчики в чате просто в шоке. Ты не взламываешь, чел с чата. Ой-ой-ой-ой-ой. А куда она ушла? Куда она ушла? Блин, брат, у меня сейчас такое ощущение, если я скажу, что это пранк, она как будто мне увалит. Так тупо слева, справа, апперкотик. Ну, давай. Да, блин, у тебя еще 2 касика, открой их. Давай, делай, что ты хотел, давай, заходи на мой аккаунт. И представь, я снижу, братва, она может меня так увалить, что будет по 1 февраля. Давай. Да давай, у тебя еще 2 кастика. Понятно. Я желаю, чтобы к тебе ночью Гренни пришла. О, знаете, что для меня самое непонятное? У нее от того состояния, как она злится, и до того состояния, как она агрится, буквально происходит 10 секунд. 10 секунд прошло, она уже плачет. 10 секунд прошло, она агрится. И у меня 2 попыточки. Так, ребяточки, 2 попытки. У меня он купил касики и захотел, чтобы я 6 открыла. Ну да, 6 нормально. Давай, открывай уже. Открываю, и у меня еще 2 попытки. Ой-ой-ой-ой-ой, ну вот прям рядом вот это было, да? Вот это вот прям как будто на грани, прям на донышке было. Опасненько. Последняя попытка. А прикиньте, что аркана выпадет. Все, ребята, это окончательно последняя попытка. Это последняя попытка. Давайте сделай буст. Панкрас. Давай. Прям 2. Чемпион 2. Последний. Напишите мне, что выпила. Напишите мне, что выпила. Напишите, что выпала. Видела бы она, как же это было рядышком. Так, увидел, 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 рарочка выпала, рарочка выпала. Все, братва, походу у нее минус аккаунт.
Что происходит? Она вебку сломала! Она вебку сломала! Это фиаско, братва! Надо срочно ей говорить, что это был прикол, потому что она же вебку сломала! Все, братва, я сейчас тебя приведу в эту комнату и скажи ей, что это был пранк! Погнали! Анетка, иди сюда! Иди сюда, Анетка! Анетка, заходи, садись ко мне! Только не агрис. Тише! Уважаемые подписчики, Анетка снялась в троллинге от Кента ПК. Анетка снялась в троллинге от Кента ПК. Братва, видео надо заканчивать, надо успокаивать Анетку. Потом прожимайте лайки, обязательно подписывайтесь и пишите любой хороший комментарий. Подписывайтесь на мой твич, сегодня будет стрим, всем удачи и на этом конкурсе, пока!